Желают успеха тебе, Максим Пехов. Сегодня в выпуске я расскажу о Александре Главном, об Андрее Комиссаренко, о проекте Аутумния, оркестр Death Tennis, о команде Пессимист и альбоме 98 года и об упаковке дисков. Все будет интересно. Смотри прямо сейчас. Максим Пехов, желаю тебе успехов. Ну, примерно. Можно, конечно, больше потянуть. Эй! Максим Пехов, желаю тебе успехов. Distro Compact Max Digital представляет Toilet Part, который сейчас играет, да. Мы уже готовы выступать, так что сейчас буду запаковывать диск Пессимист. Вот покупал у Корнелиуса моего дружбана. У меня такой диск есть в фирме, это тоже фирменный диск. Та самая покупал в придачу, там Сталина был диск, еще какие-то альбомы. Он я купил то самое, вот, ну, все равно выставил на продажу. Это тоже фирменный промка. А это вот плохие у меня новости. Был такой талантливый музыкант Андрей Комиссаренко. Это Аутумния, оркестр Тренес. Вот я у него один диск купил себе для коллекции. Опять дисков взял на дистрибьюцию, предложил ему, когда только вышел этот альбом. Вот, без коробок, мне его привез с Кривого Рога Immortal Viking Immortal, да. Он тогда в Мортале играл на соло-гитаре. Ну вот, короче, я один диск себе купил и пять дисков так и не продал. Никому такая музыка, к сожалению, не заходит. И один диск даже выставлял Мазини Арка. И там мне говорили, что люди, а что ты такое, слушают и говорят мне. Ну, короче, людям не заходит такая музыка, поэтому я вот человек, Игорь Демьянов, купил мне Пессимист фирменный. Вот. Это самое. И я с ним спросил, говорю, как там Андрей Комиссаренко, знаешь такого, он сказал, что он уже, ну, Александр Главный живой, короче, вот я Александру Главному отсылаю. Сейчас буду запаковывать. Я уже Укрпочтой подготовил эти писюльки. Так что вот играет Торино Парк наш. На вокале сейчас это вот Родослов, это старые репетиционные записи. А на вокале сейчас как бы Родослов занят, жизнь тяжелая как бы, ну не знаю, может быть он подключится. А основной вокалист это фронтмен Олег группы Bleeding. Вот. Есть такая группа Bleeding харьковская, Dead Metal. Основал ее этот самый. Ну, раньше мы с ним общались, сейчас что-то не общаемся. Это как его. Вот это запакую. Основал эту группу Bleeding Вова. Сейчас мы сюда что-нибудь запхнем. Ну, музыку слухай. Сейчас я что-то найду. Сейчас я его запхну.
Кульки. Кульки. Зачем кульки? Кульками. Сейчас найдем. Куча старых сумок. Тут вот куча этих самых. Вот, да, сейчас то на парке играет, да. Орган. Обращаясь к органам, мы готовы, можем выступать. Веселая музычка заводная. Как бы можно и танцевать. В принципе, да. Сейчас, короче, запакуем. Я специально низкие частоты убрал. Звук был более-менее для камеры. Вот, запаковал, чтобы все доехало. Вот, сейчас все доехало, так сказать. Ну вот, никуда не денется. Опа, и скоро закончился. Можно было вот его запнуть у нас. Все, они скотч. У нас есть уже это 12 песен. С альбома «Грязное кровотечение». Вот, так что. Это когда мы играли вдвоем, то есть минус барабаны и я на ритм-гитаре. А сейчас у нас басист есть. Вот, я добавил, что там, ну, играем тоже под минус. Теперь я уже там солики могу шпилить на... Подучился немного. За лето. Музыка красивая там у нас. Веселый. Ну вот, запаковал все. Так что диски не продают, может Андрей выдаст. Александр главный продаст их быстрее, он же все-таки автор. А в Харькове что-то, такую музыку никто не хочет и слушать что-то. К сожалению, не хотят люди такое слушать. Ну,
что я могу сделать? Что я могу сделать, если не покупаю? Ну все, запаковано, яйца, все видно, все, ну вот, все, готово. Все, Максим Вехов, желаю успехов, покупаю мне диски, покупаю Александра Главного тоже диски, он в Кривом Роге находится. Ну все, пока-пока, подписывайся на мой канал, на мои каналы, Максим Вехов, желаю успехов, все, пока-пока. Список дисков, которые у меня есть на наличии, кассет, я приведу под этим видео. Все, пока. Хочешь купить что-то, пиши мне по ссылочке на Facebook.